Привет всем, с вами Лига Music Wars. Ну а сегодня на фоне у вас эпические музмехи. Что же интересного, спросите вы? А это выход в 10 рухов. Давно такого не видел, и меня интересовало, сможем ли мы убить с одного хода, прямо с первого гигавольта. И для вашей радости, конечно же, рухи постараются. Но этот фокус я провернул еще 3 раза в отношении этой экспедиции. То есть один ход — 1 гигавольт, второй ход — 2 гигавольт, третий ход — 3 гигавольт. И в общем, меня заинтересовало, а как будет вообще выглядеть, если идти в 30 рухов. Мы это посмотрим 15 сентября в среду. У нас экспедицию будет создавать Холодила. У своих я уже создал такую вещь. Если вы попадете, то честь вам и хвала. Ваш ник всегда останется в эпических музмехах. Битва за генератор. Мы никогда не видели такого, чтобы за один ход можно было убить всех 3 гигавольтов полностью. При этом генератор остался целый. Что будет? Взорвется ли он? Наложит ли на всех ограничения? Возродит ли он кого-нибудь? Вот я просто физически не понимаю, что должно произойти. И останется ли вообще целый генератор? На кого он накладывать будет щит? Это мы посмотрим 15 числа. Ну, а это была, так скажем, тренировка в 10 рухов о том, чтобы проверить, возможно ли это сделать. И самое интересное, что мы убили 3 раза этих гигавольтов. Ну, посмотрите, поставьте, пожалуйста, лайки, и мы вас ждем 15 числа на проверку этой теории. Если вы не сможете попасть, ну, печально, конечно, но все равно смысл состоит в том, что вы хотя бы воочию увидите, будете в прямом эфире смотреть на это. А так, у нас, как всегда, по средам 3 экспедиции, так что помимо гигавольта будет еще дополнительно братоминатор и фура. Ну все, давайте досматривайте, ну и подумайте, те, кто был, обязательно в порядке комментируют, те, кто не был и спал, ну, те нехорошие люди, вот что я могу сказать. Ладно, давайте посмотрим.